Не успевает Данила Козловский сняться в одной картине, как уже приступает к работе над другой. На этот раз актер снимается в фильме Николая Лебедева «Экипаж» совместно с Владимиром Машковым. По сюжету двое отважных пилотов, рискуя жизнью, пытаются спасти людей с острова в Юго-Восточной Азии, где происходит землетрясение. Крайний полет вы все-таки сделаете. Полетели. Мало того, что фильм является ремейком одноименной советской картины, так еще и снимается на новейшие цифровые 3D-камеры IMAX. И, кстати, в планах у создателей «Экипажа» показать картину не только в нашей стране, но и за рубежом.